В Министерстве спорта на итоговом заседании обсудили утверждение программы подготовки спортсменов к играм в Токио. Программа рассчитана на период с 2017 по 2020 годы и направлена на сохранение и усиление конкурентоспособности россиян на международной арене. При подготовке программы было проанализировано выступление сборной России на Олимпиаде в Рио. Но, конечно, актуальные темы тоже нельзя было обойти стороной. Безусловно, мы России ждали и готовились. И уверен, что для не только для российских спортсменов и наших зрителей, в том числе и для международных спортсменов и для других государств, я уверен, это неприятность, потому что все знают, как в России мы проводим соревнования, и все их сомнения, мне кажется, они надуманные и неправильные.